Наверняка тебе не выдали нового эксклюзивного питомца, если ты кликнула этот видеоролик. Всего лишь в видеоролике я тебе покажу, как получить вот этого пэта, ведь он у меня есть. И этот пэт просто очень красивый, вы только посмотрите на него. Сегодня я тебе покажу все это и не только, поэтому досматривай ролик от начала и до самого конца. Кстати, дружище, я хотел бы у тебя попросить помощи. У меня скоро будет день рождения, я очень сильно хотел бы 100 тысяч подписчиков до моего дня рождения. Я буду безумно благодарна, если сейчас каждый, кто смотрит этот видеоролик, нажмет на красную кнопку подписаться. Если будет много подписок, я обязательно для вас разыграю какого-то крутецкого пэта. Либо сделаю раздачу пэта на 60 тысяч сил и 100 штук, ведь все-таки 100 тысяч подписчиков. Поэтому дерзай, дружище, получишь ты пэта или нет, зависит только от тебя, подпишешься ли ты на канал или нет. Ну что же, я не буду долго тянуть, приятнейшего тебе просмотра. Я вижу, что у тебя нету пэтов в Pet Simulator X. Не парься, дружище, это не проблема. Переходя по ссылочке в описании, ты получаешь ссылку на сайт, на самый крутой сайт по продаже пэтов и не только. Цены на гемы и цены на хьюдж пэтов очень дешевые. К примеру, капкейт за 250 рублей. Либо же пиратское яйцо за 30 рублей, у которого целых 2% шанс на хьюдж пэта. И много других классных эксклюзивок и эксклюзивных яиц. Также на сайте присутствует туториал по покупке пэтов. Нажимая на туториал, тебя перекидывает на телеграм-канал, в котором находится как раз таки туториал по продаже пэтов на этом сайте. Магазин по продаже пэтов в Pet Simulator X, ссылочка в описании. Ну что же, я приветствую всех качком на моем канале, и прямо сейчас мы находимся в Arm Racing Simulator. Если ты нажал на этот видеоролик, то либо ты хочешь узнать, как фармить бесконечное количество вот этих вот единорогов, либо же у тебя случился баг, как у меня случился, что я просто не могу его забрать. Да, во время обновления у нас вышла новая проблема в Arm Racing Simulator, что люди, когда играли 45 минут и убили 10 боссов, они не смогли забрать вот этого Unicorn Hydro. Почему это случалось, друзья, никто не знает, возможно, просто какой-то баг в игре. Я недавно даже спросил у своих подписчиков, у вас получается забрать этого Unicorn'а или нет. И большинство подписчиков все равно отвечают, что нет, не получается забрать. Походу, эта проблема до сих пор в игре. Но у меня получилось его забрать, как вы можете заметить, прямо сейчас у меня за спиной, я тебе скажу, как я это сделал буквально через мгновение, но а пока что я хочу тебе рассказать фарм вот этих вот пэтов. Что для этого нужно делать? Первым делом, давайте мы, наверное, уберем всех пэтов, оденем вот эту вот Unicorn Hydro, чтобы посмотреть, как она выглядит вот так вот в красе. О май гад, какая красивая гидра, друзья, да? Вот просто шикарный пэт, просто отличнейший пэт, он очень красивый. Ну ладно, друзья, это не суть важно. Что вообще, как фармить вот эти гидры? Нам нужно просто создать около 10 аккаунтов, друзья, просто 10 аккаунтов создаете, скачиваете программу под названием Roblox Multi. Я не знаю, кстати, да, напиши в комментариях, работает сейчас программа Roblox Multi или нет. Те, кто там фармились в Pet Simulator через Roblox Multi, либо же здесь, напиши в комментариях, потому что очень интересно, работает эта программа или нет, потому что есть программа еще какая-то, благодаря которой можно играть через много аккаунтов, но я не знаю, как она называется, я знаю только Roblox Multi. Так вот, друзья, скачивайте программу Roblox Multi в интернете. Это ни в коем случае не реклама. Короче, просто скачивайте программу Roblox Multi. Благодаря этой программе сможете играть с одного компьютера сразу через 10 аккаунтов, друзья. То есть, я думаю, понимаете, просто через 10 аккаунтов заходите вот сюда вот и нажимаете вот сюда квестики, и все, просто ждете 45 минут, и на 10 аккаунтов вы получите себе крутого такого вот Unicorn Hydro. Потом просто с одного из этих 10 аккаунтов перекидываете все себе, и у вас будет 10 таких вот пэтов. Я не знаю, для каких целей вам нужно 10 штук, но можно их закинуть, кстати, в Golden Машину. Давайте мы, кстати, сейчас этими займемся. Смотри, у меня появился супер мега план, супер тактика. А ну-ка, мне интересно, тактика это сработает или нет. Для этой тактики нам нужны вообще любые эти, как они, яйца. Давайте просто любые яйца. Дай мне вот раз, два, три, два еще четыре, пять, два еще шесть, два еще семь, восемь, девять. Вот, девять пэтов, мне кажется, будет нормально. Смотри, что я хочу сейчас сделать. Сейчас я прокачаю своего питомчика, вот этого вот, где он, Unicorn Hydro, до золотого. Как я это сделаю? Очень легко. Шанс на золотого пэта у нас, если одного вкидывать, это у нас 20%, да? Да, 20% шанса. Но мы эти все шансы 20% можем очень легко потратить. Смотри, как это работает. Мы тратим одного пэта. Что? Сакас! Ладно, не суть важно. Смотри, раз,
Почему Сака? Спроси. Уже второй пэт подряд все правильно. Я сейчас мог бы Unicorn Eater спокойненько за... Хорошо. Сейчас не сработает. Так как? Три пэта подряд сработало. Я сейчас закину Unicorn Eater, по-любому не сработает. Давай. Не работает. Да. Это уже мы потратили 20% шанса. Давай еще раз не работает. Да. Давай еще раз не работает, пожалуйста. Да, и сейчас мы закидываем Unicorn Hydro, и у нас сейчас все сработает. Это просто по-любому сейчас работает, это где-то 80% шанса. Ну что же, друзья, вот так вот мы с вами и потратили Unicorn Hydro. Походу нужно было еще одного пэта засунуть, да? И... Нет, оно не так работает. Оно не так совсем работает, блин. У меня все, у меня удача закончилась. Первые три пэта были удачные, сейчас вообще неудачные. Дружище, напиши в комментариях, были у тебя такие случаи или нет. Напиши, может, какие-то истории, связанные с армрестлинг симулятором, которые были лично у тебя. Я обязательно лайкну каждый комментарий, кто мне это напишет. Но, блин, мне обидно. Этот пэт, он очень красивый, очень классный. Я его просто так взял и тупо просрал. А я могу еще одно получить? Нет, еще одного пэта не могу получить, никто только что трейд кинул. Интересно, может, он не хотел новую Unicorn Hydro дать, да? Так вот, как я получил вот эту Unicorn Hydro? Очень-очень легко, друзья. Просто, я во время обнова, как только-только вышла эта обнова, я нафармил 45 минут и 10 батлов. И просто сегодня утром, значит, я такой иду в магазин и просто по пути решаю зайти в Roblox через телефон. Захожу в Arm Racing Simulator, захожу, нажимаю на квест, и у меня уже все выполнено, и просто зеленая кнопка получить. Просто, друзья, оно получается само. Если у вас до сих пор невозможно получить, если вы там выполняете квест и оно не получается, друзья, оно выполнится само автоматически, когда вы зайдете в игру. Возможно, просто нужно время. А возможно, уже всем можно. Возможно, уже всем можно получить. Я просто зря сейчас этот видеоролик записываю. Вот. Друзья, на самом деле это действительно рабочая тактика, просто ждать. Тактика просто ждать, она действительно рабочая. Смотрите, опять же, я получил вот эту вот Unicorn Hydro очень легко, просто подождав. И это было действительно очень легко, друзья. И вот, теперь у меня была сегодня вот эта Unicorn Hydro, и я ее очень легко просрал. На самом деле, мне немного обидно. Давай мы сейчас проверим, крутой ты подписчик или нет. Напиши в комментариях прямо сейчас слово «золотой кубок». Просто «золотой кубок» напиши в комментариях слово, и я буду знать, что ты тот самый подписчик, который смотрит мои видеоролики от начала и до самого конца. Спасибо тебе огромное, что ты смотрел до этого момента. Дружище, напиши в комментариях «золотой кубок», и я обязательно лайкну твое сообщение. Вот просто кто напишет каждое сообщение «золотой кубок», того сообщение я лайкну обязательно, друзья. Поэтому вот. Обязательно, да, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был я, Влад, и я желаю вам хорошего настроения всем, всем, кто смотрит тут. Ну хотя, давай ты, только ты. Спасибо тебе огромное, еще приятного тебе настроения, хорошего настроения, удачки и пока-пока. Еще встретимся обязательно завтра.